выступают против застройки территории Барсан-Есенина. Жители во время рассмотрения апелляции говорилось о том, что была нарушена процедура публичных слушаний. Кроме того, в обсуждаемом проекте не предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры. Территория не обеспечена детскими садами и школами, а также не соблюдены нормы по озеленению. Тем не менее, областной суд принял решение оставить в силе решение Советского районного суда о законности застройки территории Барсана-Есенина 25-этажными высотками. Ну и судья апелляционной инстанции дано заключение о законности принятого решения, так как оспариваемое административным истцом постановление принято в установленном порядке уполномоченным на то органом местного самоуправления. Постановление опубликовано в установленном порядке в газете «Рязанские ведомости» 10 апреля 2018 года. Оспариваемое постановление соответствует требованиям генерального плана города Рязани, правилам землепользования и застройки города Рязани, техническим и градостроительным регламентам, а также не затрагивает границ объектов культурного наследия. Жители намерены дальше обжаловать решение суда. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».